Вопрос 9. В предложениях с 11 по 15 определите речевую ошибку и напишите ее в исправленном виде. Это предложение у нас находится под номером 13. Интеллигентность надо в себе развивать и дрессировать. Эти глаголы употреблены неверно, потому что слово «развивать» означает «заставлять двигаться» или колыхаться. Это, скорее всего, глагол относится к знамени или же к флагу. А слово «дрессировать» – это относится к животным и зверям. Означает «приучать к чему-либо», «подготовить зверя» или «учить его к чему-либо». Поэтому выражение неверное. Мы его в исправленном виде читаем. Предложение должно быть таким. «Интеллигентность надо в себе развивать и тренировать». Верный вариант у нас этот.